Анонс и точно дата выхода 435 серии турецкого сериала «Клятва». 435 серия сериала выйдет в эфир 5 июня. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Египет хочет нарисовать картину вместе с эмиром Гюльпери, на которой они будут выглядеть счастливой семьей. Саваш по-прежнему находится в больнице, но несмотря на это, намерен принять меры в отношении Исмаила. Он должен будет ответить перед Савашем за все, что сделал. Саваш требует немедленно найти и привести к нему Исмаила. Эмир также начинает заниматься поисками этого человека и хочет добраться до него прежде, чем это сделает Саваш. Гюльпери старается проявлять заботу об эмире, но он не с большим желанием это принимает. Когда она хочет для него что-то сделать, то эмир отказывается от ее помощи. Нарин прочитала текстовое сообщение, которое носило угрожающий характер. Гюльпери пришла к эмиру в кабинет и положила на стол красную коробочку, сказав о том, что недостойна такого подарка. Эмир сообщил Гюльпери, что как только все закончится, то они разведутся. Он прекрасно понимает, что Гюльпери просто держит свое слово перед Кадрие и не хочет заставлять ее оставаться рядом против воли. Поэтому эмир принял такое решение о разводе. Гюльпери к этому совсем не была готова. Напомним, 435-я серия сериала выйдет в эфир 5 июня. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.